Удачи вам, ребят. Удачи нашим ребятам точно не помешат, если справиться со всеми заданиями. Путь к чемпионату молодых профессионалов открыт. В Казанском техникуме информационных технологий и связи отбор проходит все те, кто видит себя рядом с компьютером. Но подготовить к чемпионату еще не главное. Межрегиональный центр компетенции позволяет не только готовить команды для WorldSkills. Межрегиональный центр компетенции позволяет работать над программами учебными, да, то есть он является учебным полигоном для отработки новых программ в области среднего образования для всех техникумов Российской Федерации, где преподают информационные технологии. Молодые, компетентные и профессиональные такие специалисты нужны. И чемпионат в этом должен помочь. На этот конкурс приглашены и юниоры, они одновременно перенимают опыты своих старших товарищей, поэтому вот такой конвейер, который мы хотим уже наладить чуть ли не с детского садика. Сейчас мы собираем камеру Canon C200. Работаю я с ней где-то уже недели две. Для Данила Карпеева отборочные соревнования – возможность учиться у старших. Участник из Казани попал на конкурс в последний момент. Всего же в полуфинале 148 конкурсантов и 36 экспертов-судей со всей страны. Соревнования по 12 компетенциям, вот здесь, например, видеопроизводство, говорят, одна из самых сложнейших по оценке и поиску оборудования. Вот, например, камера, которая меня сейчас снимает. И не то, что в Казани, даже в Петербурге не у каждого встретишь. Ребята будут с ней работать именно 2 дня. Снимать и монтировать. То есть видеорепортаж об одной из компетенций, которая выпадет в жеребьевке. При этом задания на отборочных соревнованиях практически не отличаются от мирового этапа WorldSkills. Наши тестовые проекты, которые заработали эксперты, по уровню, по сложности, по оснащенности, по технологическим требованиям, они либо такие же, либо сложнее. Наши эксперты еще и могут научить зарубежных коллег, поэтому сегодня между Китаем и Россией подписали соглашение на обучение. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.